우리가 이제 그 전도자라고 하는 복음 전하는 전도자라고 할때 굉장히 중요한 게 뭐냐면 플랫폼을 어떻게 만드느냐라는 겁니다. Говорим, когда благовестник, который проповедует, что ему важно, важно, как поставить платформу. 그러니까 플랫폼 하면 이제 사람들이 모이는 곳을 의미하죠. Платформа обозначает то место, где люди собираются. 이제 쉽게 말하면 전도자는 사람이 그 전도자 중심으로 사람이 모여야 되는 겁니다. Другими словами, рядом с благовестником должны всегда собираться люди. 뭐 예를 들면 이제 요셉이 전도자라고 할수 있죠. 요셉 주위에 사람들이 몰렸죠. Например, мы можем рассмотреть то, что Иосиф был благовестником, и рядом с ним было много людей. 그러니까 그 보디발 집에 있을 때도 그 모든 노예들을 관리하는 가정 총무로 역할을 하게 되고요. И также он был в доме Потифара тем управляющим, который даже все рабы, которые там были, слушались его. 감옥에 있을 때도 그 감옥에 있는 죄수들을 다 관리하는 사람이 되는 거예요. И даже когда он попал в темницу, он управлял над теми людьми, которые сидели вместе с ним там. 이제 다윗도 마찬가지입니다. И Давид тоже так. 다윗이 사울 왕한테 쫓겨가지고 도망다니는데 그 성경을 보면 다윗 주변에 사람들이 막 몰려요, 이렇게. И когда Давид был в бегах от царя Саула, когда он даже был в бегах, люди все равно шли всегда за ним. 네, 그래서 전도를 하려면 일단 사람들이 몰려야 되는 거죠. И ради того, чтобы проповедовать, нам нужно, чтобы рядом с нами люди собирались. 그래서 우리가 산업도 마찬가지잖아요. 어떤 사람은 장사하면 사람들이 거기 몰리는 데가 있고 사람들이 안 오는 데가 있겠죠. 그게 중요합니다. И наш бизнес тоже очень важно, чтобы именно в нашей сфере люди были, только так мы можем что-то начать. 어떤 교수는 강의를 열었는데 학생이 하나도 안 와요. А что бы, если профессор ведет лекцию, но нету студентов, которые слушают его? 그러면 이제 폐강되는 거죠. получается, эту лекцию근데 удаляют. 어느 교수는 강의를 열었는데 막 학생들이 막 수백 명만 모이는 거죠. А бывает, что один профессор дает вот эту одну лекцию, и очень много учеников собирается ради того, чтобы послушать его. 이제 그거를 이제 그 사람이 이제 플랫폼으로서 역할을 한다 이렇게 보는 거죠. Мы можем рассмотреть, что этот человек ведет роль платформы. 그러니까 세 가지가 해결되어야 사람들이 몰립니다. И нужно получить вначале три разрешения, после этого люди будут собираться рядом. 그러니까 일단 이 사람에게 상처가 해결되어야 돼요. Первое, нужно, чтобы у этого человека он получил исцеление на свои раны. 상처 있는 사람이 특징이 있어요. 굉장히 부정적이에요. Есть особенность человека, который имеет раны, он всегда как бы думает не очень хорошо. 뭘 얘기해도 안 돼, 못 해, 할수 없어. 이렇게 부정적일 수 있어요. 그러면 이 상처가 이게 있다는 거잖아요. 이 что бы ты ему ни говорил, он всегда отрицает, что я не смогу, что не 또 получится. 지나치게 과장돼가지고 현실적이지도 않은데 막 이것도 상처일 수 있습니다. И раны то, что он сам иногда преувеличивает. 이 상처는 사실 표시 없게 그 사람을 굉장히 불신앙적으로 만들어 버리는 아예 тираны, она невидимая, поэтому человек сам не понимая, впадает в неверие. 상처가 치유 안 되면요, 굉장히 사람이 자신도 모르게 막 불신앙을 하게 되는 거죠. Если не исцелить эти раны, то человек сам не понимая начинает не верить. 그러니까 모든 게 부정적이고 안 된다, 힘들다 이렇게 보게 되는 겁니다. И он будет всегда все отрицать, что не получится, это нехорошо, то. 12명의 정탐꾼이 가나안 갔다 왔는데 10명이 절대 안 된다는 거예요. 그것도 사실 상처예요. И 12 шпионов пошли в Хана, посмотрели, из них 10 человек сказали, что не получится, это и есть раны. 상처가 있으면 하나님의 계획이 안 보여요. 아, если есть у человека рана, он не сможет увидеть Божий план. 사람의 수준만 보이고 자기 수준과 형편만 보이지 하나님의 계획이 안 보인다. И этот человек будет видеть только свой критерий, только на человека смотреть, а Божий план он не сможет우리는 увидеть. 조금씩 다 상처가 있습니다, 사실은. По правде, у нас у всех есть раны. 저도 사실은 어떤 때 상처 때문에 뭔가 생각 이게 얘기했다가 얘기하면 안될것 같은데 뭐 이럴 때가 진짜 많거든요. У меня тоже бывает такой случай, что я хочу сказать, но не могу это сказать человеку из-за своих ран прошлых. 가만히 보면 내 안에 상처가 있어요. И я понимаю, что оказывается во мне есть раны. 옛날에 이렇게 목회할 때 뭔가 얘기했다 거절당한 게 너무 많아가지고 거절당하면 어떡하지? 이런 상처가 있는 거예요. И когда я давно вел пастырство, вначале у меня такая рана осталась, что я боюсь, а вдруг мне откажут. 왜냐면 옛날에 선거에서 할때뭐 안건만 내놓으면 늘 거절당했거든. Почему? Потому что я, когда я находился в другом регионе, в церкви, я что-то говорил, и всегда меня не принимали как бы. 우리 성도님들 체육대회 한번 하면 어떨까요? 하지 맙시다. 뭐좀 하지 맙시다. 하도 거절당해가지고 이게 트라우마가 있어가지고 이게 상처에 나한테. И я вот когда им что-то предлагал, давайте, может быть, сюда сходим или это сделаем, они всегда говорили, что нет, поэтому это осталось у меня как травма раны. 굳이 그 생각 안 해도 되는데 또막 너무 따지게 되는 거죠. 그게 생각하면 아,
이게 나에게 상처가 있구나. 그 상처 있으면요 불신앙하게 되고 하는 계기가 안 보여요. И вроде мне не нужно больше это вспоминать, но я все равно знаю, что это раны из-за этого этот человек не сможет увидеть Божий план, поэтому нужно убрать раны. 예, 또 하나는 이제 갈등이 있을 수 있습니다. И также у нас могут быть колебания. 그래서 갈등한다는 얘기는 굉장히 예, 기준이 나 중심으로 해서 막 그걸 따지는 거죠. 예민하게 따지고 굉장히 까탈스럽게 이렇게 할 수 있겠죠. 아, то, что у человека есть колебания, это означает то, что он не ведет свою жизнь центром себя и начинает всегда говорить свое. 이제 실수는 할 수, 실수는 덜 할 수 있죠. 이게 막 따지니까. 그런데 이게요, 큰 응답의 문들을 막을 수가 있다. Да, этот человек может быть не будет ошибаться, но он, так как будет очень что-то человека ждать, поэтому это станет проблемой. 그런 거 있잖아, 뭐 이것도 막 따지고 저것도 따지고 따지기 시작하면은 사실은 걸리는 게 많거든요. Если этот человек будет докапываться ко всему, то это закроет те двери, чтобы получить ответ. 어떤 경우는 사실은 그 일을 딱 추진하고 기도하고 딱 시작하면은 상상외로 막 일이 잘 되는 경우도 많은데 따지는 사람은 모든 기준이 사람 중심으로 하는 거기 때문에 그렇습니다. Есть человек один, который молится и получает ответ, но есть человек, который докапывается ко всему, и в конце концов это становится проблемой. 사실은 실수가 없는 것 같지만 그게 큰 실수죠. Вроде бы этот человек не ошибается, но это является ошибкой. 많은 문들을 닫게 만든다는 거죠. Потому что этот человек сам начинает закрывать свои двери. 자, 세 번째로 뭐냐면 교회에서의 갈등입니다. Третье это конфликт в церкви. 네, 이제 막 교회 안에서도 막 이게 정말 인간 중심이면은요. 신앙생활을 잘하는 것처럼 보이는데 다른 사람에게는 상처를 줄 수가 있죠. Даже внутри церкви человек будет вроде бы вести верующую жизнь, но он может дать раны другому человеку. 자, 이런 것들이 플랫폼을 만드는데 큰 장애물이 된다. Именно такие вещи ради того, чтобы поставить платформу, станет для помехой. 그래서 우리는 항시 어떤 상황과 사건을 통해서 거기서 하나님의 의미, 하나님의 계획을 찾을 수 있어야 됩니다. И поэтому в каждой любой ситуации мы должны уметь найти Божий смысл и Божий план. 뭐 안 되는데도 하나님의 계획이 있겠죠. Потому что даже если не получается, на это тоже есть Божий план. 되는데도 하나님의 계획이 있는 거고요. Или даже получится что-то, это тоже Божий план. 거기서 하나님의 계획이 이거구나. 이걸 하나님이 발견하게 하고 알겠구나. 그러면 사실은 되든 안 되든 감사가 나옵니다. И этот человек, который будет это получаться, он будет всегда благодарить, даже если будет получаться или не получаться. 이 사람이 사실 이제 그 현장에 대해서 감사가 나오면요, 사실 모든 것들이 풀리기 시작해요. И по правде человек, если будет на самом деле иметь благодарность, то все у него будет разрешаться. 그래서 우리가 이 내가 정말 어떤 상황에 있을 때 참 이게 감사한가 아니면 내가 뭔가 막 계속 그거에 대해서 염려하고 근심하고 걱정하는가 이거 잘 봐야 돼요. 이 поэтому мы должны всегда думать, что благодарен ли я, имею ли я благодарность. 감사하면요 문이 많이 열려요. А если человек будет благодарить, иметь благодарность, то он будет, то у него будут двери открываться. 그래서 우리가 가장 먼저 봐야 될 게 뭐 근본을 정확히 보고 본질을 봐야 되고 기초를 볼 수 있어야 됩니다. 이 поэтому нам необходимо увидеть именно основную часть и начало. 자, 그래서 이 플랫폼이라고 할 때 결국은 그 사람의 상태를 말하는 거예요. И когда мы говорим слово платформа, мы говорим о состоянии этого человека. 영적 상태가 그 사람을 나타내는 거죠. И именно духовное состояние этого человека проявляет его. 그래서 이게 참 중요한 게 뭐냐면 나의 영적 상태에 따라서 이제 전도의 문들을 열 수도 있고 전도의 문이 닫힐 수도 있다라는 거죠. Говорится, что самое важное заключается в том, что смотря на мое духовное состояние, могут открыться двери или закрыться. 자, 그래서 세 가지 관점에서의 플랫폼을 여러분이 꼭 확인해 봐야 돼요. И вы должны запомнить три важных аспекта и задуматься об этой платформе. 첫 번째가 영적 플랫폼입니다. Первое это духовная платформа. 그러니까 이 사람이 영적으로 준비된 게 뭔가 이거예요. Нужно увидеть, подготовлен ли этот человек духовно. 어떤 부분이 내게 영적으로 준비되어 있는가? И нужно проверить себя, в каком я в духовном плане подготовлен уже. 이게 사람께 만나보면 알잖아요. 아, 이 사람 참 영적이다. 아, 이 사람 되게 육신적이다. 이게 딱 보이잖아요. И встретив человека, можешь сразу начинать видеть его состояние, духовный ли он или плоской. 그러니까 사람이 착하다, 안 착하다 이거하고는 상관없어요. 사람이 착할 수도 있어요. 근데 굉장히 육신적일 수 있고요. 굉장히 영적일 수도 있습니다. И не имеет разницы, хороший ли он или плохой, но важно его духовное состояние. Он может быть духовно хорошим состоянии. 138이 나에게 어떻게 각인되어 있느냐가 중요합니다. Очень важно, как во мне запечатлено 138. 오직 그리스도.
오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사, 그 증인의 삶이 다 각인돼 있으면 달라요. 이 будет по-другому, если моя жизнь будет жизнь того свидетеля, где будет только Христос, Божье царство и действие Святого Духа. 자, 오늘 본문에 본 브리스가 부부가 나오죠. И сегодня в Писании говорится о супругах Прискилла и Аквилла. 자, 이 사람은 로마에서 사실은 모든 재산을 빼앗기고 쫓겨난 사람이야. И это те люди, которые потеряли все свое имущество в Риме и их выгнали оттуда. 이제 추방돼서 고린도까지 온 거죠. 이 디파르티레올 스리마 и они приехали, пришли в Коринфу. 한번 우리가 그 브리스아굴라 입장에 한번 돼 봅시다. 내 재산을 다 뺏겼어. 그동안 평생을 모았던 재산을. 그것도 너무 억울하게 큰 권력자에서. 그리고 그야말로 이제 완전 거지처럼 내가 쫓겨나 어떻겠습니까? 얼마나 그게 낙심이 되고 근심이 되겠어요. И давайте поставим себя на место Прискиллы и Аквилы. Мы всю жизнь зарабатывали, получили имущество богатые, но нас оклеветали и все отобрали у нас. Какое у вас будет состояние? 아마 이렇게 되면 제일 먼저 하나님을 이 사람이 신앙생활이 신앙인이었다면 하나님을 원망하지 않겠어요? Но если этот человек веры, может быть, он начал роптать на Бога тогда. 아니 하나님이 살아계시다면 나한테 이럴 수 있어요? 막 이러면서 원망할 수 있는 가능성이 크겠죠. Есть большая вера, человек, который верил, верит, он будет говорить, почему Бог ты допустил мне это, если ты существуешь. 근데 이 브리스아굴라는요 의미를 찾은 거예요. 이렇게 한다는 하나님의 의미, 하나님의 계획이 뭘까? 왜 나한테 이때 이 시간표에 그죠? 그 왕제가 없을 때 살았으면 그런 일이 없잖아요. 왜 하필은 이때 이런 사건이 내게 있었지? 의미를 찾은 거예요. Но Прискилла и Аквилла они задумались и выявили важное значение, почему Бог именно в это расписание допустил эту ситуацию. 이렇게 의미를 찾을 수 있는 거는요. 그리스도에 대한 비밀, 그리스도면 다다. 내 그리스도를 잡았으면 된 거지 뭐. 그리고 하나님의 나라 위에서 하나님에게 쓰시면 되는 거고. 그리고 성령께서 역사하는 것이지. 그게 정말 믿어지면은 이런 사건들이 그렇게 크게 문제가 되지 않거든요. И это те люди, которые действительно знали о тайне Христа и имели веру. 자, 이게 이제 이 평상시 브리스아굴라는 이게 그가 24가 됐다라고 볼 수 있는 겁니다. Мы можем рассмотреть, что Прискилла и Аквилла в будни обычные дни 24 часа у них было такое состояние. 많은 사람들이 이런 일을 터지고 나면 한참 후회하고 무너지고 막 그랬다 나중에 가서 아, 하나님 계획이 있었나? 이렇게 뒤늦게 발견한 경우도 많이 있거든요. 근데 이 사람들은 그 과정에서 이미 다 알고 있었다는 거예요. В основном многие люди после того, как получают разрешение на проблему, после этого говорят, оказывается, у Бога был на это план. Но это те двое человек, которые с самого начала знали о Божьем плане. 그게 평상시 24가 됐냐 안 됐냐의 차이입니다. И это разница в том, что получается ли у этого человека 24 часа в обычные дни. 그래서 성령 충만은요, 항시 여러분 시제적으로 말하면 지금입니다. 지금 내가 이런 상황에서 어떻게 이것을 해석하고 이것을 이해하는가. 그게 굉장히 중요해요. И поэтому очень важно именно сегодня в это время преисполнен ли я Святым Духом или нет. 이게 잘 안 될 때 사실 그건 놓고 우리가 기도해야 되는 겁니다. Если это у нас не будет получаться, мы должны молиться. 집중기도 언제 하겠어요? Когда вы должны молиться сконцентрированно. 문제가 터졌어. 근데 이거에 대해서 내가 도대체 어떻게 해야 될지 모르겠어. 막 내 마음은 막 답답해. 사실 그때가 집중기도 할 때예요. И появилась проблема, но я не знаю, как его разрешить. Именно это то время, когда вы должны молиться, сконцентрироваться. 집중기도 할 때 하나님 막 계속 와가지고 주여 어떻게 하면 되겠습니까? 이건 집중기도가 아니고 집중 갈등이에요. 이러면 안 되고. 이게 집중기도가 하는 게 집중갈등이에요. 갈등 계속 주여 어떻게 하면 되니까 그건 집중기도 하는 게 아니에요. А молитва концентрация это не то, что когда вы имеете проблему, призываете, говорите только слово Господь. Это то время, когда вы обращаетесь к Нему. 열린 마음을 가지고요. 말씀을 계속 들어보고 그 예배 이런데 집중해서 하나님이 답을 뭐라고 할까? 말씀을 통해 어떻게 내 갈등에 대한 답을 주 이렇게 생각하고 있는 게 집중인 거죠. Концентрация именно то время, когда имея эту проблему во время богослужения, вы слушаете слово Божье и хотите выявить через слово ответ. 언제까지 하냐? 답이 보일 때까지. До какого времени нужно это делать до того, когда вы увидите ответ? 그래서 무릎을 탁 칠 때까지 해야 돼요. 아하, 이거였어. 이렇게 될 때까지 집중하는 거예요. Вы должны сконцентрироваться до того времени, пока вы сами не постучите коленом, что оказывается это было так. 그 집중 안 하면요, 계속 집중해서 갈등합니다. А человек, у которого это не получается, даже если он будет иметь концентрацию, он будет колебаться. 그렇게 할 수 있는 바탕이 뭐냐? 갈라디아 2장 20절이 돼야 돼요. А именно фон этого всего является Галатам 2:20. 그러니까 내 생각 주장 일단 딱 내려놓고 말씀을 들어야 돼요. И нужно вначале убрать все свои мысли, все в центр себя, и нужно слушать Божье слово. 막 내 생각 그대로 붙잡고 말씀 들어보세요.
그러면요 말씀 들으면서 더 갈등해요. 목사님은 내 마음을 몰라. 저럴 수는 없어. 막 이렇게 듣게 되면 이제 말씀도 이제 문제가 되는 거예요 그때. Если вы будете слушать слово Божье, имея свои мысли в центре себя, то вы будете говорить: пастор не знает мое сердце и не знает меня, и вы не будете его слушать. 그러니까 갈라디아 2장 20절 안 되잖아요. 그럼 말씀 들으면서 이렇게 생각합니다. 목사님이 내 입장 대봤어요? Если вас Галатам 2:20 не будет получаться, вы будете говорить, что пастор, вы же не были на моем месте. 이제 이렇게 되고 이제 막 가자는 거지 이제. А если у вас так будет получаться, мы поругаемся. 그러면 이제 예배 끝나고 나면 목사님 할 말 있어요. 그러고 이제 찾아오는 거죠. И после богослужения получается, этот человек будет скажет мне, что есть о чем поговорить. 이게 왜 그렇게 되냐? 갈라디아 2장 20절이 안 되면 그렇게 되는 거예요. И почему так происходит? Потому что Галатам 2:20 не получается. 이 갈라디아 2장 20절이 굉장히 중요한 바탕이에요, 사실은. 이 поэтому самый важный фон всего это Галатам 2:20. 빌립보서 3장 1절로 21절도 마찬가지입니다. И даже от Филиппийцам в третьей главе тоже очень важно. 세상의 모든 거 그렇게 자랑스러웠던 것은 다 그건 뭐 중요하지 않고 내가 그리스도 아는 것이 가장 가치 있는 것이다. 이런 기준이 정해져야 말씀을 들을 때게 들리죠. Должен быть такой критерий, что со Христом я имею уже всю ценность. Только так вы можете слушать Слово Божье. 정말 여러분 생각에 이런 여러분의 입장 이런 눈을 가지고 딱 있다고 생각합시다. 그러면요, 내가 볼 때 목사님들도 충격 받잖아요, 그죠? А если у вас будет такой критерий, как я ранее говорила, что даже сами пастора, смотря на вас, будут получать шок. 가끔 이제 뭐 나를 포함해서입니다. 우리 목사님들 만나서 얘기하면 어떤 때는 엄청 육신적일 때 많거든요. И когда мы с пастором встречаемся, включая меня, бывает, что мы говорим о мирском. 그래도 이제 목사님들이니까 계속 말씀 듣고 뭐 말씀 읽고 하는 순간이 있으니까 아 그랬구나 이렇게 뒤늦게 이게 무릎을 칠 때는 많지만 순간순간 속을 때 많거든요. И даже если мы являемся пасторами, бывает, да, мы говорим проповедь через кафедру, но бывает, что мы говорим о мирском. 근데 만약에 평신도가 그 정도 영적 수준을 가지고 탁 있다 그러면요, 일단 목회자들이 일단 막 이런 거 뒤통수를 한 대 맞는 것처럼 충격이죠. 야, 내가 정말 너무 육신적이어서 이렇게 발견되고 바뀔 거라는 거죠. А если именно верующие будут иметь больше духовного, чем пастора, сами пастора будут смотря на вас удивляться, будут то, что даже у них это не получается. 난 어떤 면에서는요, 브리스 아굴라의 이런 태도를요, 바울이 보고 난 브리스 아굴라가 바울을 보고 감동했다기보다는 바울이 브리스 아굴라를 보고 더 감동했을지도 몰라. 야, 이런 사람이다 해서 이렇게 난 바울이 더 감동했을 거라고 생각됩니다. И я думаю так, что, наверное, Павел, смотря на Прискилу и Акилу, удивился, а не то, что Прискила и Акила, смотря на Павла, удивились. 그러니까 여기서 굉장히 중요한 만남의 축복이 딱 생기는 거예요. Именно в это время состоялась важная благословенная встреча. 저도 가끔 우리 성도님 보면 참 많이 감동을 해요. 아, 우리 성도님도 참, 야, 내가 평신도라면 저렇게 못할 텐데 어떻게 저럴 수 있을까? 그 감동 될 때 많거든요. И у меня очень много случаев, когда я смотрю на наших верующих церкви, запечатлеваясь тем, что то, что наши церкви верующие даже когда являются простыми, они являются духовными. 그다음에 이제 그게 영적 플랫폼이라면 두 번째는 산업 플랫폼입니다. И второе это бизнес платформа. 내 산업이 무엇을 위한 산업인가라는 거예요. Кто-то ради чего мой бизнес является? 오늘 본문에 보면 브리스 아굴라가요. 그 모든 재산을 잃고 고린도에 와서 경제를 시작하는데 뭐 경제가 여유가 있겠습니까? 그런데도 불구하고 그가 하는 목적은 바울과 함께 전도를 위한 산업이었다는 거예요. И сегодня в Писании говорится, как Прискилла и Акила начинали заново в Коринфе, но несмотря на это, они помогали благовестнику Павлу. 이게 굉장히 중요한 플랫폼입니다. И это стало очень важной платформой. 여러분, 돈이 많이 있다고 해서 플랫폼이 되는 게 아니에요. 무엇을 위한 산업인가가 더 중요한 거예요. И важна платформа не тогда, когда много денег, а важно ради чего. 세상에는 돈 많은 사람도 많고 똑똑한 사람도 많아요. И в этом мире очень много влиятельных людей, также богатых. 그게 플랫폼이 다 되는 게 아니에요. Но это не является платформой. 무엇을 위한 산업인가? 이 방향이 더 중요한 거예요. Направление очень важно. Этот бизнес, он ради чего должен быть? 브리스 아굴라가요. 딱 그들은 딱 로마에서 그 일이 있든 없든 이들의 삶은 이미 무엇을 위해 살 것인가 정해져 있었다는 거예요. Говорится, что Прискилла и Акилла с самого начала все было запланировано, ради чего они будут жить. 그러니까 이들이 전도자를 딱 만나니까요, 그냥 바로 시너지 효과 나는 거예요. 그래, 이때를 위해서다. 그리고 이들이 같이 바울과 힘을 합쳐서 전도 선교의 방향으로 딱 가버린 거예요.
И встретившись с Павлом, они сразу осознали и поняли то, что они должны вести служение с Павлом. 이런 사람을 하나님은 그 사업을 축복하지 않을 수가 없겠죠. И такого человека Бог не может не благословить. 그러니까 우리가 막 축복을 주옵소서가 아니라 하나님이 축복할 수밖에 없는 사람이 된 거예요. И мы не будем просить у Бога благословения, мы должны стать тем человеком, который Бог не сможет нам не дать это благословение. 많은 사람들은 방향이 없으면서 무조건 뭐 달라고 하거든요. Многие люди в основном говорят дай и дай. 원래 댐 있잖아요. 댐에 물이 내보내는 거 준비 안 되고 무조건 물만 받아놓으면 나중에 큰일 나는 겁니다. 예, бывает, что мы при заполняем воду, нам нельзя его только заполнять. 그래서 댐에 물을 받기 전에 이 댐은 어떻게 사용할 건지 방향을 먼저 정해놓고 하는 거잖아요. Нам нужно, получается, заполнять эту воду, зная, ради чего мы будем его использовать. 그러니까 중요한 거는 방향을 정하는 게 제일 중요해요. И поэтому очень важно составить направление. 내 산업은 무엇을 위한 것인가 딱 정해놔야 돼요. Нужно выбрать, ради чего мой бизнес. 여러분이 237 5천 종족 살리는 산업이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали теми бизнесменами, которые оживотворят 237 стран и 5000 населений. 정말 병든 시대에 치유하는 것을 위한 내 산업이 되기를 원하고요. Я желаю, чтобы у вас был такой бизнес ради исцеления заболевающих людей. 후대를 세우는 일에 여러분의 산업이 쓰임 받기를 원합니다. Я желаю, чтобы ваш бизнес был использован ради чтобы того, чтобы вырастить поколение. 그 전에 그 중국의 어떤 그 이렇게 그 공무원인데 엄청난 비리를 저질러다가 걸렸더라고요. 이란에 в Китае был один госслужащий, который что-то сделал неправильно и его поймали. 경찰이 그 집을 딱 들어갔는데 보니까 방송에 나오더라고요. 그 장롱에 현찰 다발이 꽉 차 있어요. И получается, полиция вошла в его комнату, и у него там на стенке были эти картины. 이 사람은 제일 모으기만 했지 쓰는 방향이 없는 사람이에요. И у этого человека были только вот эти лицензии, но он их не использовал. 나중에 이 사람 사형당해서 죽더라고요. А в конце концов его казнили. 근데 그 사람 마지막 유언이 재밌어요. И интересно то, что он напоследок оставил. 내가 다시 태어난다면 조그만 시골에서 조그만 구멍가게 뭐 이거 하면서 오손도손 살고 싶다 이런 얘기를 하더라고요. Он оставил такое завещание, письмо, что если он родится в следующей жизни, он хочет родиться в поселке, в маленьком доме. 방향 없이 돈만 모아놓으면 그렇게 큰 재앙이 오는 거예요. И придет большие бедствия, если человек будет только собирать эти деньги и не будет их использовать. 과연 우리는 무엇을 위한 산업인가? И говорится, ради чего наш бизнес есть. 우리 산업 플랫폼 여러분이 정해놔야 돼요. И вы должны составить свою платформу бизнеса. 우리 산업인이잖아요. 그럼 나는 무엇을 위해 살다 갈 것인가 딱 정하세요. Вы же являетесь бизнесменами, поэтому вы ведь ради чего вы должны работать. 전 가이오가 정말 이 방향 잘 잡았다고 봐요. И мне кажется, что Гай, он очень хорошо выявил это. 모든 교회의 식주인이다. Он стал кормителем всех церквей. 전 오바다가 정말 방향 잘 잡았다고. Я считаю, что Авди очень хорошо хватился за свое направление. 100명의 선지자들을 살리는 일에 난 이 산업을 쓰겠다. И этот человек сказал, я буду использовать свой бизнес ради того, чтобы кормить 100 пророков, которые были на тот момент. 다윗 왕이 방향을 잘 잡았다고. И даже царь Давид хорошо хватился за направление. 나는 성전을 세우는 데 내 모든 산업을 나는 쓰겠다. Что я буду использовать всю свой бизнес ради того, чтобы построить новый храм. 그래서 우리가 방향을 어떻게 잡을 거냐 이게 더 중요한 겁니다. 이 поэтому очень важно, как мы ухватимся за свое направление. 자, 세 번째는 전도 플랫폼입니다. И третье это платформа проповедования. 자, 그래서 우리가 이제 전도라고 하는 플랫폼에 어디에 포커스를 맞출 것이냐 하는 거예요. И говорится о платформе проповедования, куда мы должны поставить свой основной фокус. 여러분 그 기도보다 기도의 흐름이 더 중요하다. 이거 아시죠? Вы же знаете то, что чем молитва важна течение молитвы. 어떤 면에서는요. 전도보다 전도의 흐름이 더 중요해요. В какой-то степени, чем проповедование важно течение проповедования. 말씀보다 말씀의 흐름이 더 중요합니다. И также важно, чем слово важно его течение. 자, 이거 무슨 얘기죠? 아, о чём это говорится? 흐름이라는 건 그 시대가 원하는 것을 찾아낸다는 거예요. И течение это то, что выявляет то, что нужно в эту эпоху. 무조건 기도하는 게 아니라 그 시대에 원하는 기도예요.
И не то, что обычная молитва, а именно молитва, в которой нуждается эта эпоха. 무조건 전도가 아닙니다. 그 시대가 원하는 전도예요. 이 не только обычное проповедование, в котором нуждается эта эпоха. 그냥 말씀이 아니에요. 그 시대가 원하는 말씀이에요. 이 не простое Божье слово, а то слово, в котором нуждается эта эпоха. 성경에는 다 하나님 말씀이죠. 이 Библия говорится о Божьем слове. 근데 시대에 안 맞는 말씀 붙잡고 있으면 어떻게 되겠어요? А что будет, если мы не хватимся за слово, которое не совпадает с этой эпохой? 이렇게 되는 거예요. 그때는 맞고 지금은 틀려 버리는 거예요. Бывает так, что тогда было правильно, а сейчас мы не можем это сделать. 아니, 성경에 보면 노아 방주 노아가 방주 만들었잖아요, 120년 동안. И вы знаете, Библия то, что Ной он строил ковчег. 이거의 흐름을 못 보고서 어, 방주 만들어 나도 방주 만들어야지. 그리고 여러분 산에 올라 가지고 지금 남산에다가 방주 만들면 이게 말이 되는 거예요? Разве это нормально то, что вы сейчас хватитесь за это слово и будете говорить: "Давайте сейчас в эту эпоху будем строить ковчег"? 성경에 있는 말씀이지만 시대에 안 맞으면 이거는 아람만 못한 문제가 오는 거예요. Даже если это то Божье слово, которое написано в Библии, но сейчас к нашей эпохе это не совпадает. 번제를 드리라 했더니 아 그렇구나 이제 번제 드려야지. 그래서 여기다 이제 양잡기 시작하고 그게 안 맞잖아요. 시대에 뭔가 하나님이 이 시대에 뭘 원하는지 이걸 봐야 되는 거잖아요. И нужно именно увидеть то, что желает Бог именно в эту эпоху сейчас. 지금 우리는요 후대를 서밋으로 세우는 전도를 해야 돼요. И мы должны сейчас делать вести такое проповедование для того, чтобы поставить поколение саммитами. 잘 보세요, 교회들이 다음 세대를 준비를 안 하고 있잖아요. Посмотрите на многие церкви, они сейчас не готовят то поколение, которое будет в следующем веке жить. 정확한 복음 가진 다음 후대들을 세우는 일에 관심이 없단 말이에요. И у них даже нет интереса смотря на поколение. 이거보다 중요한 전도가 없다고요. И я думаю, что нет ничего важнее, чем это проповедование. 그래서 사도 바울은 그때 당시에요. 미래를 본 거예요. 왜냐하면 이스라엘은 망할 거야. 그걸 알잖아요. 이 시대 필요한 게 뭐예요? 다음 세대를 이끌어갈 다음 후대를 준비. 그래서 회당으로 간 거예요. И поэтому апостол Павел знал, он видел заранее заблаговременное будущее, что нужно в будущем, поэтому он шел именно по синагогам. 참 감사한 게요. 아까 우리 아이들 막 그래도 요즘 들어서 바글바글해서 얼마나 감사한지 몰라요. Я вот сегодня утром недавно увидел, как стало у нас в церкви много детей. Я был очень благодарен. 야, 막 밑에 내려갔더니 막 생일이라고 꽉 차가지고 생일 파티하는데, 야 정말 감동했어요. Я очень удивился, вот на первом этаже они сейчас устраивали праздник в связи с днем рождения. 이제 우리 어른들은 생일 하지 마요. 그리고 애들 생일 해줘. 이 다른 집에 얼마나 감동 감사한지 몰라. 애들 뭐 그 아이들이 말씀에서 크고 있는 거잖아요. И именно вот эти дети, они внутри Божьего слова сейчас растут. 그러니까 여기에 우리가 집중해 줘야 돼요. 예, именно сейчас мы должны на это прилагать усилия. 우리 교사 뭐 선생님들 아침부터 나와 가지고 지금까지 계속 말씀 듣고 육신적으로 피곤한 시간이죠. 근데도 아이들 붙잡고 막 하는 거 보면 그냥 그만하고 정말 하나님의 은혜가 여기 임하는구나. 저는 막 그게 느껴지더라고요. И, конечно, наши учителя воскресной школы в воскресенье один день отдыха, но они приходят сюда и служат. Тяжело, но я очень все равно им благодарен, несмотря на это, они получают обучение. 주일날 전 제일 행복한 것 같아요. И именно в день воскресенья я очень счастлив. 애기들 울고 그러면 그냥 그렇게 행복할 수가 없어. 막 아유, 애들이 우는구나 막. И даже если дети в зале плачут, кричат, я все равно очень счастлив. 여러분 절간처럼 정막해봐요. 그거 망하게 가는 거예요, 그거. 막 울어야 돼 여기서 울고 막 애 돌아다니고 그래야 돼요. Это лучше, чем не будет никаких детей здесь. 우리 수연이 막 울고 그러면 그냥 행복해요, 그냥 막. И наши маленькие дети, ребята, младенцы, когда плачут, я тоже рад. 막 예준이 뛰어다니고 울고 막 그래야 되는 거, 막 행복한 겁니다. И я счастлив, смотря на все эти действия наших детей. 이게요 다음 세대를 준비하는 게 가장 중요한 거예요. И это очень важно ради того, чтобы подготовить следующее поколение. 어제 보니까 막 여기서 축구한다고 하면서 저기 막 그 뭐야 그 국화꽃 다 부러뜨리고 막 그랬는데 집 사람이 뭐라 저러 아이고 이거 다 부러뜨렸네 그래서 겨울 되면 다 죽어 어차피 다 죽는 거야. И вчера во дворе дети играли в футбол, и они получается разбили все цветы. И вот моя жена расстроилась, сказала, что все равно ближе к зиме эти цветы все равно. 지금까지 본 것만 해도 어딘데 То, что это нормально. 잘라지면 내 낫으로 다 잘라버리겠네. 그래서. Я сказала, даже если цветы все сломаны, нужно тебе получается их убрать полностью. 국화꽃이 아까워서 애들 못 놀게 하면 안 돼요. 그냥 막 뛰어다니면 하고 다 밟아 죽여도 돼요. 내년에 또 살아, 또 다 커. Нельзя из-за каких-то цветов запрещать детям играться во дворе. Пусть играются, даже если они будут разбивать что-то. 아무 상관없어요. И нету никакой разницы. 그 아이들이 좀 넓은 데서 좀 뛰어놀았으면 좋겠다. 이게 내 가슴 안타까움이지. 이게 좁으니까 이거 언제 이걸 확 늘릴까 막
차 못 다니고 저기서 놀게 할까 뭐 이런. И у меня сердце болит не потому что дети не могут сейчас играться в большом пространстве. Я всегда думаю, как мы можем сделать это пространство, когда они сейчас играются там, где мало места. 근데 우리 아이들이 막 주일날 와서 예배드리고 이게 얼마나 행복한 현장이에요. Но я не знаю, насколько я счастлив то, что воскресенье, в день воскресения дети приходят на богослужение. 얼마 전에 막 세영이가 나한테 막 목사님 죄송해요 그러더라고요. И вот недавно один равный сейон, он сказал, пастор, извините. 왜 그랬더니 목사님이 저 아르메니아 갔다 왔었는데 제가 직접 찾아뵙고 인사했죠. Этот маленький ремнан говорит, что пастор, извините, когда вы уехали на миссионерство в Армению. 그 봐요. 여러분 중에 뭐 와서 인사한 사람 하나도 없어. 세영이가 전화했더니가 목사님 찾아뵙고 인사드려야 되는데 못해서 죄송하다고. 야, 얼마나 내가 행복하겠습니까? 그 전화 왔는데 정말 이게 행복이지요. 이게 우리 후대들을 어떻게 키울 건가? 이게 답니다. 그래서 여러분 복음 안에서 아이들을 바르게 키우는 거 이게 우리의 최고 사명이다. И наше самое важное предназначение внутри Евангелия нужно выращивать этих детей. 이게 전도 플랫폼입니다. И это есть платформа проповедования. 자, 결론을 맺습니다. Заключение там. 그러려면 우리 자신이 그릇을 키워야 돼요. И ради этого мы должны расширить свою чашу. 사실 우리가 뭐 우리도 모르게 나라는 그 틀이 있지만 이거를 깨야 됩니다. Мы тоже сами не осознавая, у нас есть свои рамки, нам нужно это все сломать. 빌립보서 1장 9절에서 10절에 선한 지극히 선한 것을 분별하라. И от филиппийцам говорится, нужно уметь различать. 전 이렇게 이해됐어요. И я понял так. 뭐 유목사님은 이제 상식 이상의 것을 알아 이렇게 아주 좀 디테일하게 했지만 저는 다른 관점에서 이 말씀을 받게 되더라고요. И я немножко по-другому получил это Божье послание, чем пастор Игонцо. 선과 악은 하나님의 뜻은 선한 것이고 하나님 뜻이 아닌 것은 악한 것이잖아요. Добро это то, что Божие есть смысл, а зло это то, что когда где нету Божьего. 무엇을 하든지 이게 하나님의 뜻이 맞는가 이걸 놓고 판단하라고. И нужно различать так, что есть ли здесь Божий смысл. 이게 하나님 뜻이 맞다. 그럼 그건 지극히 선한 거예요. Если Божий смысл здесь есть и правильный, то это есть доброе. 아, 이거 하나님 뜻이 아니야? 그러면 그건 아무리 좋은 거라도 하면 안 돼요. А если это не Божие, то, что Бог хочет, насколько она не была бы хорошей, это нехорошо. 네, 오늘 이 축복을 우리 모든 성도님들이 누리기를 주의 이름으로 축원합니다. Сегодня желаю, чтобы все это благословение прибыло вместе со всеми верующими. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим тебя. 오늘 우리에게 주신 최고의 플랫폼의 응답을 누리게 하옵소서. И дай нам сегодня наслаждаться наилучшей платформой. 영적으로, 산업으로, 전도로 이 세 가지 플랫폼에 축복자가 되게 하옵소서. И да нам стать теми благословенными людьми, которые будут иметь три платформы. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 예수 이름으로 예수 그리스도. 아멘. 아멘.